Огромный объем работ по подготовке образовательной системы региона выполнен к началу нового учебного года. Об этом губернатор Александр Кардин доложил сегодня председателю правительства России Дмитрию Медведеву во время видеоселекторного совещания. На нем рассмотрели вопросы готовности системы образования страны к началу учебного года. Как отметил Дмитрий Медведев, во всех регионах специальные комиссии завершили проверку школ. В этом году за школьные парты сядут 15 миллионов 500 тысяч школьников, почти на миллион больше, чем год назад. Как отметил по итогам совещания губернатор Александр Кардин, в Алтайском крае был проведен огромный объем работ по подготовке образовательной системы региона к началу нового учебного года. На эти цели выделили значительные финансовые ресурсы – более 2 миллиардов рублей. В основном это средства федерального и регионального бюджетов. К началу учебного года в крае подготовлено 1120 образовательных площадок, школ и их филиалов. В 31-й провели капитальный ремонт. Три школы построили с нуля. Но у нас есть еще и проблемные вопросы, на которых следует сосредоточиться. Несколько школьных зданий, пострадавших от стихийных бедствий, должны быть завершены в кратчайшие сроки ремонтом, и временные схемы размещения ребят по этим школам должны быть переведены на постоянный режим. Мы эти образовательные учреждения знаем. Для ремонта были выделены необходимые средства из регионального бюджета. Эти ситуации находятся под нашим конкретным повседневным контролем.